Сочи – это драйв, роуд-шоу в 14 городах европейской части России, генеральная репетиция эстафеты Олимпийского огня. Столь масштабное мероприятие, организованное Оргкомитетом Сочи-2014 и генеральными партнерами игр, должно помочь жителям страны почувствовать себя причастными к олимпийской истории. Для страны в целом это вот распространение олимпийского вируса. Вот. Вирус олимпийских ценностей, да, здорового образа жизни там, и вот, скажем, системного подхода к жизни. Это здорово, это надо распространять, действительно, значит, надо создавать мероприятия, надо ангажировать вот это все, потому что действительно надо внедрить в ментальность детей, чтобы с молоком матери передавалась вот эта вот тяга к здоровому образу жизни. И Сочи Драйв – это как раз то самое мероприятие, где, значит, можно... Посредством, конечно, спонсоров, но все равно донести таки, значит, до людей, вот, спонсоров и прессы, прошу прощения, я про вас забыл, вот, значит, донести вот именно вот эту идею, вот этот огонь, этот драйв. Специально для проекта «Сочи Драйв» был создан комплекс из нескольких надувных павильонов общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Это, кстати, в четверг спасло всех от незапланированного дождя. И главное, спасло искусственный каток и специальный трамплин с покрытием для сноубордистов. Трюками под куполом, совсем как в цирке, москвичи смогут наслаждаться до воскресенья. Далее пробег, точнее автокараван, отправится в Нижний Новгород, Самару, Волгоград и Краснодар. Самое дальнее контрольная точка маршрута – Новосибирск, а продлится это шествие до 2013 года. В общем, все рулим на игры. Виктория Ганеева и Максим Мамеев, НТВ+.